Он сегодня реализуется всего в нескольких регионах. Сочи не стал исключением. Одна из целей проекта «За собой» – помочь школьникам с выбором профессии путем знакомства со специальностями из различных отраслей народного хозяйства. Так, например, сегодня учеников 8 классов 24-й школы знакомились с профессиями из отрасли культуры. Ну а делали это непосредственно сами представители этих профессий, например, работники музея и театра. Проект «За собой» проходит в 3 этапа, а сегодня второй после тестирования. Финальный – это экскурсия на предприятия, которые сегодня представляли гости школы. А уже 24 марта будут презентованы профессии и секции предпринимательства и далее по другим отраслям. Одна из тем очень актуальных – это вопрос ЖКХ, когда мы рассказываем ребятам, насколько, например, такой простой момент, как вода из-под крана, требует огромных ресурсов и человеческих, и технических. То есть они, вот, сталкиваясь в повседневной жизни, бывает с какими-то моментами, не представляют, насколько требуется много профессионалов для того, чтобы это все было. По итогам реализации проекта, считают его авторы, увеличится число выпускников школ, которые сделают выбор профессии, основанный на потребностях рынка труда.